Михаил Плецковский. Серия сказок «Ромашки в январе». Букашка, которая хотела стать большой. Не удивляйтесь, пожалуйста, что маленькой букашке посвящена целая сказка. Да, букашке, самой обыкновенной, такой крошечной, что ей даже имя забыли дать. Чем же она прославилась? Об этом потом. А сначала о мечте, ведь у каждого есть своя мечта, не правда ли? Например, тигренку-полосатику очень хочется летать, но у него нет крыльев. Зебре-тельняшке надоело быть полосатой, как матрац. Ночами ей снится, будто она стала коричневой, такой коричневой, что приятно в зеркало на себя посмотреть. У букашки тоже была мечта. Она мечтала вырасти, превратиться из маленькой-прималенькой в большую-пребольшую. Ты не знаешь, в какой аптеке продаются волшебные пилюли для роста? Спросила букашка однажды улитку-неторопышку. Не знаю, ответила улитка. А что, они тебе очень нужны? Очень, вздохнула букашка. Вот бы мне стать, пусть не такой огромный, как слоненок Лус, но, по крайней мере, не меньше носорога Топ-топа. И какой толк тебе от этого? Что ты говоришь, неторопышка? Меня бы сразу начали замечать, со мной здоровались бы при встрече. Разве в этом заключается счастье? Покачала рогатой головкой улитка-неторопышка. А кто знает, в чем оно заключается? Задумчиво проговорила букашка. Но если тебе неизвестно, в какой аптеке продаются волшебные пилюли для роста, то нам не о чем больше разговаривать. На том они и расстались. А через некоторое время случилось вот что. Носорог Топ-Топ жарил глазунью из 40 яиц и забыл выключить электрическую плитку. Что бывает в таких случаях, все, конечно, знают. В таких случаях бывает пожар. Испугался носорог Топ-Топ, стал на помощь звать. Прибежали звери, и крокодил Зубастик, и жираф Долговязик, и тигренок Полосатик, и еще много других. Прибежали и стоят. Стоят и смотрят, смотрят, а дом горит. Дом горит, и никто огонь не гасит. Никто огонь не гасит, потому что все растерялись. Одна букашка не растерялась. Полетела за спасательной командой. Опустилась она на пожарную каланчу. Видит, слоны-пожарники в медных своих касках в домино играют. И никто из них даже ухом не ведет. «Пожар!» запищала букашка. «Спасите! Помогите!» «Где пожар? Что горит?» сполошились пожарники. «У носорога Топ-Топа дом пылает! Не теряйте ни минутки! Мне его очень жалко!» со слезами на глазах закричала букашка. Взвалили слоны на спины бочки с водой и помчались на выручку. Вытащили они из огня носорога Топ-Топа, а пожар водой из хоботов погасили. Ведь если у пожарников есть хоботы, то никакие шланги и бронзбойты им совершенно не нужны. Очень довольна была букашка, что спасли пожарники носорога Топ-Топа, и от радости она в воздухе всякие там сальто-мортали выделывала. Но ее по-прежнему никто не замечал, и никто не догадывался, что это она, букашка, пожарников позвала. Только улитка-неторопышка знала об этом. «Ты молодчина, букашка!» похвалила она ее. «Ты не растерялась в минуту опасности и спасла жизнь носорогу Топ-Топу, который чуть был не погиб из-за своей яичницы. И я сегодня же напишу заметку в нашу местную газету и попрошу, чтобы ее на самом видном месте напечатали». «А что я такого сделала?
удивилась Букашка. «Ничего особенного, вот если бы достать волшебные пилюли для роста...» «Зачем тебе какие-то пилюли?» — сказала улитка-неторопышка. «Ты маленькая-прималенькая, зато у тебя большое-пребольшое сердце, а это самое главное!»